Янцев, Сок. Янцев. Ой. Скажи. Здесь, конечно, разные стойки были. Была
Урагин Мамаши. Бедра не работали. То есть механизм не работал. Более того, Урагин Мамаши был сделан на уровне глаз. А это как раз исключение, когда вы должны делать на уровне лба. Не на уровне глаз, а на уровне лба. Это исключение из... Здесь тоже идет какие-то процессы. Далее книги здесь. 6-8. Вот дальше 6-8. Вы должны тогда формировать вкус исполнения карты. Не должны быть исполнения. Он нарушал стойкость руку туда, старательно, нога не выпрямлялась. Неправильные были уровни, концентрация не было, замедленный темп. Высовывается. Ребята, это выполнение 3 минус, даже почти 2. Ну, 2 может быть. 6,8 давать нельзя. Можно было 6,6, 6,7 максимум. На что я хочу обратить внимание? Ну, потому что вы потом будете отсюда проживать вкусы. Вот парень делал, сильно делал концентрацию. Помните, что это было боевое исполнение? Все было хрясь. Ну, не важно, мы сейчас не твои потенциалы выясняем. Я просто говорю, что как вот, вот что ребята, вы видели, даже хорошо, что я сделал. Да. Вот то, что то, на что Александр Иванович говорил, значит, спорить тут нечего. Тут все понятно. Это совершенно понятно. И поймите, 7-0 это хорошее исполнение. На что хочу я обратить внимание? Если такое случилось, дальнейший результат справедливого судейства зависит от того, как вы будете держать планку на протяжении круга. Потому что если, например, вы, допустим, сделали вот такой долг, ну, по сравнению с тем, что он сам вам сказал, вы сделали оценку планки, тогда будьте любезны при следующих исполнениях не прыгать туда-сюда, а давать тогда уже пропорционально. Вот это важно. Вот это важно в протяжении круга. А потом мы собрались, обменялись, так сказать, идеями, скажем, да, вот, согласитесь, центральный судья подошел, еще близко, да, вот вы сделали то-то, шел, грамотно объяснил, вы согласились, ну, к примеру, как мы сейчас функциональную сторону. Ну, ребята, поймите нас, вы должны видеть хорошее исполнение, понимать, и плохое. Плохое, это когда не похоже на карате. Хорошее, когда это близко к карате. А отличное исполнение, когда шикарное карате и знание текста, да. Концентрация, все остальное. Да, которое отличное исполнение, когда человек делает хорошее карате и плюс еще знает абсолютно все нюансы, которые связаны с техникой. Это отличное исполнение. Когда хорошая концентрация, хорошие стойки, но ошибки нет, это хорошее карате, то есть, ну, не отличное, но это уже хорошее карате и вы даете хорошую оценку. Потому что, когда проходил у нас чемпионат мира Каннский, там за ним выступало, да? И там были судьи, которые давали оценку. Она заняла там третье место. Все оценили, что она показала хорошее карате. Но она не знала их ни школы. То есть все нюансы, и все знали, что это хорошее карате. Но не признали. Понятно, да? То есть вы должны это заняться. Вот. Значит, я хочу на что обратить внимание. В плане судей. Вот вышел центральный судья, то есть собрал, он вмешался. Процент говорит, ребята, я вот дал свою рекомендацию замечание, что вот то-то вы слышали, послали. И вот после этого вы должны, значит, эти моменты, критерии строгости этого учитывать уже в следующем году, а в этом круге, соответственно, пропорционально. Последнее, что мне хотелось, сейчас я отвечу на твой вопрос. Последнее у нас остается времени, я хотел сделать сайт из обязательных программ, чтобы кто-то сделал сайт. Сейчас покажу.